Дорогие сочинцы, уважаемые гости курорта, в эти выходные у нас состоится грандиозное событие. Мы с вами откроем летний сезон 2015 года. Это сезон, которого мы ждали, которому мы готовились, и который, я уверен, подарит множество приятных эмоций как гостям, так и жителям курорта. Всех наших дорогих отдыхающих этим летом ждет незабываемый отдых. Ну а сочинцы еще раз убедятся, что новый курорт открывает перед ними новые возможности для того, чтобы работать, зарабатывать, повышать свое благосостояние. 30 и 31 мая в Олимпийском парке нас ждет грандиозное авиашоу мирового уровня с участием лучших российских летчиков-асов. А вечером, в субботу, вы сможете увидеть красочный карнавал, который пройдет по курортному проспекту от Зимнего театра к парку Ривьера. Я приглашаю всех принять участие в этом празднике. Мы его готовили именно для вас, дорогие сочинцы и гости курорта. Отметим наш праздник вместе!